Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии один ролеплей. Муни Кирилл Питбуль. Итак, чуваки, я решил такую записать серию. Знаю, может вам тема по поводу работы фермера надоела, но хочу сегодня утро у нас. Вот, можете посмотреть утро. И, короче, хочу на ферму поехать. Это будет утро фермера, типа такого. Почти сколько там людей сейчас работает, есть там ли вообще кто-то. И подзаработаем как раз еще денег. Потому что я в прошлый раз снимал, и там, оказывается, за сколько? За два подхода мне дали 4000, по-моему. Хотя я думал, должны были 2 дать. Ну, в принципе, это прикольная тема. Сейчас мы поедем туда. Посмотрим, есть там кто-то, нету. Погода пасмурная. В принципе, да. Ну, это нам не мешает, чтобы снять серию. Я люблю, конечно, когда нормальная погода, но... Ладно. Думаю, может, она скоро и сменится сама по себе через систему. Но, в принципе, уже не важно. Блин, надо было, наверное, заправиться, потому что бензина не так уж и много. Я уже на Ямахе накатал 6225 километров, ни хрена себе. Нормалёк так. Сейчас мы почти доехали уже до фермы. На комбайне не сильно охота работать, а вот на обычной работе, где там бегать по полю, вот это прикольная работа, там можно нормальные бабки поднять. Реально. Сейчас мы там поработаем, короче. Сейчас мы тут поработаем. Так. Сорян за кашель, просто немного приболел. Ну, думаю, это и по голосу слышно, он какой-то грубоватый такой. Грубоватый, да. Так, ну машина здесь стоит. А есть ли там люди, вот это интересно самое. Интересно, есть или нету там людей. Так, лок. Закрываем. В принципе. Неужели никого нету? Не может быть такого. Забыл Ямаху заглушить. Я скриншотик просто делал. Все. Погнали работать. Так. Пушку берем. Мы приличные фермеры. И гражданины этой области. Машина стоит, но никого нету. Блин, печально. Сейчас онлайн 93 человека. Время 7:30 по Москве. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот дела, да. Сейчас мы пойдем дальше. А не, вон чувак какой-то стоит. Прикольно. Прикольно. Так. Не, ну мы сейчас по бырику поработаем. Не будем ни бани хопить, ни хрена. Будем по-честному зарабатывать свои деньги. Чтобы не было никаких претензий. Будем все по РП делать. Так, вот оно. Сейчас. Блин, реально какой-то голос грубый. Я еще, блин, не выспался. И сорян, если сильно грубый голос. Ну... Блин, такое бывает. Такое бывает. И на работу вообще легенькая. Я считаю, лучше, чем комбайн. И здесь можно больше денег заработать намного. Просто вы не купаете, что... Как вы рейс делаете, допустим, если у вас нулевой скилл, вы делаете рейс, ну, вы получаете то же самое, что я заработаю сейчас. За 10 минут то же самое вы отвезете за 10 минут свой багаж. Ну, рейс типа сделать. То же самое я здесь зарабатываю. Ну, смысл тогда качать там 6-й левел, чтобы устроиться на дальнобойщики, если здесь можно рубить бабло нормальное. Спокойно причем. Так что вот такие вот дела. Так.
Сейчас больненько побегаем. Пособираем. Тюки. Ну, это лучше бы сделали, чтобы тюки носить надо было, потому что вот это непонятное собирание не очень мне нравится. А именно если бы тюки мы собирали, было бы вообще круто, реально. Было бы вообще по кайфу. Так. Во. Все, один подход сделали, видите? И вообще, ну, спокойно. Так, сильно банихопить не будем. Потому что это нарушение правил. Так что все. Не знаю, в прошлый раз вам показывал, как можно банихопить, избегать все это, но так нельзя делать. Так просто нельзя делать, как я делал. Так что вот такие вот дела. Это утро фермера, такая будет необычная серия. Я, наверное, уже на протяжении давно не снимал утром серию. Просто в натуре давно не снимал утром серию. И вот решил заснять. И решил с утречка так поработать. Как бы. Для Василия записать, ну и для меня денежку подзаработать. Так что с вас обязательно лайки, чуваки. Участвуйте в конкурсе, кстати, на 2 миллиона. Ссылка будет в описании. И кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Так что вот такие вот дела. Реально, приезжайте сюда, работайте, потому что я сам сюда часто работать приезжаю, не только на серию. И просто бывает приезжаю, чтобы когда денег там нету, чтобы поработать. Так что вам тоже советую, если хотите там, может, меня встретить, приезжайте либо к моему бизнесу, либо к дому, либо вот сюда. Хотя, и либо в ОПГ можете приезжать. Так. Вот сюда теперь надо бежать. Нормалек. Пишите, хотите вы серии по ферме или нет, а то я вообще не понимаю вас. Вот реально напишите, хотите ли вы видосы по ферме. Просто мне реально интересно. Очень интересно даже. Так. Думаю, два подхода будет нормально, потому что, ну, сильно много здесь работать тоже не будет по приколу. По моему подписчика, кстати, забанили на 30 дней. Причина один. Ну, он такой был не очень. Сначала его, по-моему, деморгом посадили, теперь... Его забанили на 30 дней просто. Ну, вообще красавчик, чувак. Чё могу сказать? Просто красавчик. Нихер было бы выделываться. Любому он выделывался, и вот результат. Аслан Наумов. А. Вот за что его забанили. Он пиарил. Ага. Он пиарил просто. Типа пиарщик, типа реклама других проектов, типа вот такого. Еще писать, что там отпак, это Мазинга, но это вообще зашквар. Ну, в принципе, ну, блин. Сам виноват, чувак, блин, на таком крутом проекте тупо взял и себя же, блядь. Ну, короче, вы поняли, что он дурачок. И все. Да, блин, чё же вот... Всё, так. Давайте уволимся, поедем. 4000 мы, по идее, должны получить, вот, серьезно. Не знаю, получим мы их или нет, но, по идее, должны 4000 получить, и все у нас будет хорошо. Так, тормозим. Еще на 30 дней забанили. Да, 4000 мы получили. Красава. Красава. 4000. Так, подписчик, короче, вот.
Лок один. Да, немножко пай 91 10 000. Ты в серии. Напишу ты в серии. Ты в серии напишу ему Дмитрий Намов. Привет тебе, короче. Ты в серии, короче. Вообще красавчик. Мечты сбылись. Сбылась. Улыбается. Видите, подписчики все-таки чмок. Ладно, так. Ладно, чуваки, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ждите новых серий. Заходите на сервер. Играйте. Всем пока.